Чё как, зрители, это Гагатун, и это снова анонс стрима, который будет проходить завтра в 18 часов. То есть это снова будет стрим в субботу в 18 часов, как в прошлый раз, потому что прошлый стрим по Планетсайду вышел таким замечательным. Таким замечательным. Таким замечательным. И меня решили подбить свои. Найс! Чувак! Чувак! Нет! Отлично, меня убили своей же гранатой. Найс! Но я не уверен, что это был противник, потому что сейчас это не был противник. Иди посмотри мой стрим, посмотри, как я приземлился. Я потом сделаю монтаж, наверное, из этого стрима, где я просто смонтирую, сколько раз меня свои убили, и все. Моя реакция на все это типа там, молодец! Отлично! Отлично сделано! Сзади меня отряд бегает и кричит, слишком легко. Поэтому, если он вам понравился, и вы по каким-то причинам, возможно, пропустили прошлый стрим, вы бы хотели, чтобы он шел снова, то в этот раз у вас будет возможность на него попасть. Тем более, чем еще заниматься в субботу в 18 часов, кроме как смотреть стрим? Ну, не гулять же где-то, не заниматься какими-то вещами субботними. Нет, нужно смотреть стрим, приходите обязательно... Посмотрите стрим, потому что он, скорее всего, будет не только по Планетсайду. Хотя, в первую очередь, он будет по Планетсайду, потому что там может играть много игроков. Тем более, я уже купил что-то вроде премиума или какую-то такую фигню. Поэтому приходите, скачивайте игру, ссылка опять будет в описании. Тот сервер, на котором будем играть, и мир, в котором будем играть, я все это скажу на стриме, поэтому можно об этом раньше времени не спрашивать. Я также буду играть за красных, я думаю. И только в этот раз, скорее всего, мы будем играть не только в Планетсайд, а в какие-то еще игры. Ну, точнее, я не уверен, что мы будем играть все вместе в них. Но я, наверное, не буду стримить один только Планетсайд. В общем, надеюсь, что все понятно. 19 числа в 18 часов приходите, будет весело, я думаю, я надеюсь. В общем, на этом все, пока и обдя-обдя. Я не буду стрелять из этих пушек, потому что я в квартире нахожусь. Hmm.